Євросоюз виділив 8 мільйонів євро для людей, які живуть у прифронтовій зоні. Це фінансування, як вважають в Європейському Союзі, допоможе протистояти суворим зимовим умовам. Люди витратять кошти на обігрів будинків, а також зможуть відремонтувати медичні заклади та школи, пошкоджені під час військових дій. Загалом гуманітарна допомога Європейського Союзу Україні в цьому році склала 23 мільйони євро. Пане Юрій, ваша точка зору? Ну, понимаете, действительно, вот эти вот мизерные вливания, ну, это вот своего рода, скажем так, обряд, я бы так сказал. То есть вот как бы Украину бросить лень или нельзя, или потому что, ну, как бы есть какие-то приличия, скажем так. А вот такую вот капельку там кинуть, понятное дело, американцы прекрасно знают о наших коррупционных схемах. Ну, а Юлии Тимошенко совсем недавно был вот материал. Ну, у них Лазаренко сидит, да, в курсе. Да, они в курсе всех буквально мелочей. Вот почему украинские политики боятся что-либо пикнуть даже в адрес Соединенных Штатов, что бы ни случилось. Потому что все загрубежные счета наших олигархов, наших политиков, именно политиков, я подчеркиваю, будут немедленно заморожены, если кто-нибудь только откроет клюв против них, понимаете? А вот эти вот мизерные вливания, ну правильно сказал коллега, они абсолютно не играют никакой роли. Они будут разведены, размыты, и никто даже не отчитается о них. Это... Але загалом це позитивна тенденція, бо тому що люди там бідують, там люди шостий рік живуть в підвалах.